Красносельском районе появился новый спортивно-оздоровительный комплекс с тремя бассейнами. Объект оценил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Градоначальнику показали большой спортивный бассейн, где уже прошли первые соревнования. Детские там будут обучать плаванию новичков, и оздоровительный, предназначенный для занятий акваэробикой. Это чаша для людей с ограниченными возможностями, будущих мам и родителей с малышами от полутора месяцев. Также в центре есть тренажерный зал, студии для танцев, йоги и фитнеса. Чем больше людей будет заниматься спортом, тем больше активных людей будет в нашем городе, которые будут приносить пользу и себе, и городу, и стране. По итогам прошлого года, 15-го, людей, которые регулярно занимаются физической культурой, в нашем городе приросло аж на 200 тысяч человек. Это уже четвертый центр, который построили в городе в рамках стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга. Три предыдущих открыли в Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах. До конца года планируют сдать еще два. В таких спорткомплексах ежедневно могут заниматься более 2000 человек.